Два человека погибли в результате взрыва газа в Завьяловском районе. Сегодня утром в поселке Малиновский в жилом доме взорвался газовый баллон. В результате 80-летний мужчина и его 49-летняя дочь скончались. В доме находились также пожилая женщина и ее 18-летняя внучка. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. Алтайские исследователи уже начали проверку, сейчас они выясняют все обстоятельства трагедии. По версии следствия, во время замены газового баллона погибшим мужчиной произошла утечка газа, а в последующем его возгорание. В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначен ряд медицинских и судебных экспертиз. Также правоохранителям предстоит дать юридическую оценку газовой службе, в чью компетенцию входит наполнение и ремонт газового оборудования. Ситуацию взял на личный контроль губернатор края Виктор Томенко.